травы. Эти люди пока не готовы. Да? Но если вас их мнение собьет с вашей цели, у вас не получится. Вы знаете, что такое цель? Это когда вы приняли четкое, твердое решение сделать. Вопреки и независимо. Ни от чего мнения, потому что мнение соседа, оно не важно в том случае, если у соседа нет даже на велосипед. Понимаете? Поймите, мои хорошие, я простой учитель. Простой учитель. И когда мне выдали когда-то очередную зарплату, я поняла, что мне не хватит на тот подарок, который бы я хотела дочери положить под елку. Я просто громко хлопнула дверью. И я больше никогда не вернулась в учительскую. Никогда. Я работала на железной дороге, я работала начальником поезда, я работала частным предпринимателем, я была в Польше на перекупке. Кем я только не была. Но я почему меняла это все? Потому что у меня была цель, и я шла к своей цели. Понимаете? А вы боитесь? Чего вы боитесь? Кого вы боитесь? Сегодня, знаете, вот когда мы начинали, Юля Мазница, наш наставник, руководитель, наша Юля, яка має крилату фразу, да я, а де круизы. Юля, ты в зале? Да, поаплодируйте. Это мой наставник, который мне когда-то с Ромой дали ссылку, да? Рома Дрыга, человек, который не в простых условиях строил этот бизнес, когда он по 2-3 дня не выходил на связь, и мы думали, может быть, там уже что-то где-то разорвалось и грохнуло, да? То есть это люди, которые имели цель. Да? Это люди, которые посеяли семя. Я пришла в Инкрузес вообще не на бизнес. Я вам честно скажу, вот когда мы с Дианой, мы пришли на круизы. Понимаете? Мы пришли, посмотрели, нам понравились Диснеи, камни Сваровски и так далее. Мы не пришли на бизнес, пока мы не разобрались. Но когда мы разобрались, только тогда мы работали по 12, 16 и 18 часов в сутки. Понимаете? Именно поэтому я хочу, чтобы каждый из вас сегодня понимал, сидя в этом зале, что когда у вас будет твердое решение, когда у вас будет самое твердое решение в вашей жизни, что вы это делаете, только тогда у вас будет невероятный результат. И не думайте, что борды, это, знаете, повезло. Вот честно, мне очень нравится компания Инкрузес. Включите мне другой слайд, пожалуйста. Да? Мне очень нравится компания Инкрузес, и она является на данном этапе венцом того, что я делала. Знаете, было очень много поражений, было очень много падений, было очень много взлетов, было очень много нищеты. Знаете, вот если вы сидите в зале, и, может быть, вы когда-то встречали Новый год, как я, на съемной квартире, в которой не было стола, потому что ты в нее въехал 28 числа, не было денег, была табуретка, была картошка, вареная свекла и 350 грамм водки. Это было! Это было! Мне не стыдно об этом говорить со сцены. Знаете почему? Потому что чем больше вас жизнь бросает туда, тем сильнее есть у вас почва, черт побери, чтобы стартовать наверх. Все понимаете, о чем я говорю? Стас вчера говорил Касьянам, не гони волну. Если вы сидите в том, где вам волна мешает, вылазьте с нее. Понимаете? Вылазьте, потому что мы все одинаковые. Мы все вышли родом из народу. Поймите правильно,
Но если вы сегодня договоритесь с собой, если вы сегодня примете решение, если вы сегодня действительно найдете то, что вы хотите, то, что вам не дает спать, потому что Шевела Борт, но ей не дает что-то спать. Салтанат Борт, ей тоже что-то не дает спать. Антонио Борт, зачем ему летать в Украину? Ему тоже что-то не дает спать. Знаете, что не дает спать? Сейчас я вам покажу. Что у нас? Я тут немножко пропущу. Я люблю менять сценарий. Если можно, следующий слайд. А что у нас ничего не работает? Знаете, что не дает спать? Не дает спать только то, чего вы хотите искренне. Не дает спать только то, что экологично по отношению к окружающим. Понимаете, я о чем? Не дает спать только то, ради чего вы готовы впахивать. У меня есть внуки. Они у меня 3 дня на том, что их соседи кормят. То они в Макдональдс бегали. Иногда, когда проводила презентацию, вот когда я начинала, да, это было нон-стоп, чтобы вы понимали, да, у меня мои внуки питались пиццами и суши. 6 и 11, сейчас им уже 7 и 12. Потому что у меня не было, дети были в командировке длительной, сестра была в командировке, а бабушка только в 4 дня, в 5 вспоминала, что дети не ели. Поэтому у меня было время, потому что в 18 презентация в отеле «Братислава», я не знала, сколько придет туда людей. 5, 7, 10, не знала, но я туда шла. И я только в 16 часов или в 17 вспоминала, у меня было время заказать суши или пиццу и сказать Альбине: «Альбина, открою дверь, ты спроси, что привезли, а потом мне позвони, вот тебе деньги». Понимаете? Кто из вас готов? Вы сегодня сидите и думаете, что Бортам повезло? Нет, им не повезло. Валя Мороз когда-то пришла, Валечка, поднимись, пожалуйста. Это женщина, которая пришла поехать в Австралию. Это женщина, Валя, извини, пожалуйста, но я скажу, ей немножко за 70. И если вы сидите, думаете, что вам 50, и вы опоздали, вы правы, черт побери. Если вы сидите, вам 65, и вы думаете, что все только начинается, вы правы. Если вы сидите и думаете, что у вас работа, вы правы. Это ваш выбор. Но если вы сегодня выберете другую жизнь, Валя когда пришла, она говорит: «Наташа, ничего не понимаю в компьютере». Я говорю: «Валечка, найди тех, кто понимает». И Валечка сегодня нашла. И Валя имеет замечательную команду. Валя нашла, и Валя сегодня вышла на доход, который исчисляется уже 2 цифрами с 3 нулями. Понимаете? Смотрите, что такое цель. Цель – это когда вы, переключите мне слайды, пожалуйста. Вообще не то, ладно. Вообще не то. Знаете, Валя, я хочу сказать, а ты, наверное, подтвердишь, что твоя жизнь все-таки разделилась на до 19 мая 2017 года и после. Я правильно говорю? Скажи громко. Слышите? Понимаете, компания Intrusus – это компания, которая меняет судьбы людей. И это однозначно. Потому что когда люди могут себе позволить за одну зарплату машины, квартиры, знаете, как все просто. Вчера маме купила дом, сегодня прилетела к вам. Да? Мне очень приятно слышать о том, что... Следующий слайд, пожалуйста. О том, что люди покупают квартиры своим детям. Да?
У нас есть яркие представители в команде, я не буду об этом говорить, но много. И я знаю одно, что какой-то часточкой, каким-то микрончиком, какой-то презентацией я к этому причастна. Да? Да. Поэтому я благодарна людям, которые имеют возможность менять свою жизнь. И сегодня я хочу задать вопрос залу. Кто еще не партнеры, гости? Поднимите руки. Гости есть? А, там фонарь на балконе, вы мои хорошие. А можете мне кричать? Отлично! Балкон, привет! Дорогие гости, я хочу вам сказать одно. Если вы в жизни немножечко крейзи, как я, если вы хотите в этой жизни изменить ее, черт побери, наконец-то, и неважно, вам 30, вас не взяли по образованию, да? Вы не можете со своим дипломом нигде устроиться нормально. Или вам 60, и вы уже взрослый, но имеете опыт, знайте, что Инкрузес вам разделит вашу жизнь до и после. Потому что у людей получается только тогда, когда у них есть личные, сильные цели. Слайд следующий, пожалуйста. Но эти цели... Меня не слышно? Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо. Эти цели должны касаться не только вас. Знаете, я когда закрыла борд директора, я не могла понять, что я дальше хочу. Но потом у меня было такое вот осознание того, хорошо быть борд директором, нажимать каждый месяц на кнопочку, и у тебя через 2 часа на твоей карте есть очень хорошая сумма. Да? И знаете, я великая почемучка, кто меня знает, я человек с целями, с амбициями. И у меня есть большая мечта. Я когда-то, Томочка Донс, ты в зале? Мы когда-то в интернете познакомились с прекрасной женщиной из Германии, моя первая линия, с которой мы работали в компании, которая... Ну вот, знаете как, мы думали, она сеет вечное, доброе, а там было по-другому, но там надо было написать мечту. И я написала о том, что я давно хотела создать обучающий центр для детей-сирот, которые будут учиться психологии, жизни. Это моя мечта сейчас. Я хочу этим детям дать, чтобы у них были... страховые полисы. А знаете почему? Это не пафос. Я хожу в дом сирот в Киеве на Перова очень давно, еще когда я занималась вот другой компанией продуктовой. У нас есть дом сирот. Уже эти дети закончили высшие учебные заведения. Да? И что меня сподвигло? Я увидела, что они выходят в мир. Вообще они котята. Они не знают жизни, они сталкиваются с трудностями, они не понимают законов денег, они не понимают законов Вселенной, понимаете? Именно это, и у меня эта цель прям, она меня распирает. Вот это вот моя цель, которую я хочу осуществить. Но есть еще промежуточная цель. Это то, как вы ходите с точки А в точку Б, да? Следующий слайд, пожалуйста. Следующий. Еще раз. Все. Себе. Да. Лидерство – это, Ирина Тарасенко говорила, да, Ирочка, что лидерами рождаются. Наверное, это так.
Но жизнь шлифует наше лидерство на тот уровень, на который мы готовы. Понимаете, о чем я говорю? У вас же всегда есть доброжелатели рядом. Да? Как Юля Мазница говорит, наши родные – это душители нашей мечты. Наши соседи, которые все знают. Наши советчики, которые нам советуют и так далее. Да? Поэтому, смотрите, если ваши цели пока закрыть кредиты, уйти от долгов, правильно вовремя покупать там одежду детям в школу, или для внуков, или на образование, или жилье, это нормально. Но когда вы начинаете чуть-чуть глобальнее мыслить, идти немножечко другим уже путем, у вас есть еще то, что вы хотите быть полезным миру. Да? Вы знаете, когда я в Андорре говорила о том, что у нас будет мероприятие в Киеве, вот это, которое сейчас, этот форум, когда я приехала, мне многое чего не давало покоя, потому что я не знала, как собрать людей, да, как эти продажи билетов, это государственное заведение, не так все просто. Но вы знаете, у меня была цель, мысли, цель, действия, которые дают что? И когда? Всегда. Понимаете? Всегда. Всегда. Следующий слайд, пожалуйста. Дальше. Это пропустим. Это. И я хочу сегодня, я уже об этом говорила, знаете, почему я делаю то, что я сегодня делаю? Почему я сегодня работаю так, как начала работать 1,5 года назад? Потому что у меня есть большая цель. Знаете, как хорошо зарабатывать деньги? А знаете, как великолепно зарабатывать постоянные деньги? А знаете, как хорошо зарабатывать постоянно растущие деньги? Понимаете? И знаете, когда я сидела в одном из аэропортов, и я думала, насколько хватит мне сил, чтобы осчастливить партнеров моей команды. У меня сегодня амбициозная цель, о которой я сегодня заявляю всем. 2020 год в нашей команде Грона будет 20 борт. Директоров. Аллилуйя, аминь. Знаете, почему я об этом говорю? Я говорила об этом в субботу, говорю об этом сегодня, и буду говорить каждый день, чтобы же достучаться до небес. Понимаете? А все там предрешено, и я даже знаю, кто. Понимаете? А может быть, к нам еще в декабре и в ноябре придет человек, который за год это сделает. А мы командой ему поможем. Потому что у нас сегодня есть все. Это не то, как мы начинали с Юрой, то есть с Ромой, с Юлей, с Галей Кравчук, с Дианой, со Стасом, да, с Тамарой. А то с Любой, например, с Тарасенко тогда не было столько ни круизов, ни видео, ни сайтов. Мало, а сейчас есть все. Понимаете? Сейчас есть все. И мы это сделаем. И я знаю, что Украина в следующем году будет встречать не только борт-директорами Юлю Мазницу, Рому Дрыгу, там, Любу Белую, да? А в Украине будет много других еще борт-директоров. Ну, Ирина Тарасенко к нам приедет, естественно. Да, но в Украине, на нашей земле будет много борт-директоров. И мы постараемся, чтобы Майкл был у нас в октябре месяце. Мы его очень об этом попросим. Да? Чтобы у нас было время. Чтобы мы тут, знаете, просто превзошли сами себя. Следующий слайд, пожалуйста. И следующий. Это у кого есть вопрос, когда я остановлюсь?
Никогда. Моя сестра мне всегда говорит: Наташ, ты всегда найдешь себе приключение. Понимаете, я не могу сидеть. Я не могу сидеть. Мне тесно. Во-первых, я молодая. Во-вторых, я хочу оставаться вот такой же до 90 лет. В-третьих, у меня очень много еще задач, которые я должна выполнить. И Вселенная дает мне силы, здоровье. Но самое важное, что дает мне Вселенная, это вас. Это вас, каждого. Каждого партнера, каждого клиента. И то, что вы там целуете, благодарите, я хочу сказать, что это вам спасибо. И спасибо вам за ваше спасибо. Потому что без каждой вашей проплаты членства, без каждого вашего безоплатного членства не будет ни одного маркетинг-директора, который вчера награждали, не будет Наташи Шевелы или других борт-директоров. Поэтому это вам спасибо. Это вам низкий поклон за то, что вы есть у каждого из нас. Правда, Ирочка? Это вы. И спасибо вам за то, что вы когда-то, переключите мне слайды, пожалуйста, что вы когда-то приняли решение. И знаете, я хочу вам прояснить, что такое Грона. Это название нашей команды. Это украинское слово, мы его долго выбирали. Это как гроздь винограда. Это как лоза, на которой растут грозди винограда. Грона. Да? Это очень ценно. Это, знаете, одні до одного, в одній команді, з єдиними цілями. Наче грона винограду, де усі як одна родина. Следующий слайд, пожалуйста. Чтобы вы понимали, что каждый из вас – это моя семья. Я дорожу, ценю, благодарю каждого из вас. Я не успела приготовить такой красивый ролик, как сделала Салтанат. Но я обязательно сделаю десятки роликов после этого мероприятия. Просто не было времени, и прошу вас меня извинить. Но я хочу, чтобы поднялась моя команда. Я хочу вас поблагодарить, дорогие мои партнеры, дорогие мои лидеры. И вас 80% зала. Спасибо вам!